Всем привет! Сегодня мы разберемся, куда же наносить кремовые румяна и как их использовать. Я возьму для себя кремовые румяна от Кика Милана в оттенке 07. Мы наносим их на скулу, но ищем самую выступающую зону. Мы прямо можем прочувствовать пальчиком, что у нас здесь вот есть такая выступающая кость, и ищем ее самую выступающую точку. И вот на нее наносим. И немножечко вводим к виску. У нас должно оставаться 2 пальца до носа. То есть ближе не наносим. И растушевываем пальчиком, кистью или как вам будет удобно. Чтобы создать эффект отдохнувшего лица, то можно нанести на кончик носа и на переносицу, тоже совсем чуть-чуть, и растушевать. Также наношу в складку века, для того, чтобы открыть визуально глаз, сделать его более распахнутым и создать такой небольшой лифтинг эффект. Немножечко на выступающую зону лба. Тоже также можно пальчиком, либо кистью, либо спонжем растушевать. Но я сейчас просто показываю пример, поэтому я делаю так. Смотрю в камеру, поэтому я могу что-то сделать не очень красиво и аккуратно. Но тут самое главное понять принцип, куда наносить и зачем мы это делаем.